Ну, в чем суть всего этого, вот то, о чем она рассказала. В первом обороте садит, фермер садит в два этапа. То есть у нее было в балагане 5000. С балагана она очень осталась довольна. Высажена была в начале февраля без отопления. Корос. Сама рано продала. Продавала по 100 гривен его. Сейчас вот это уже так называемый в первом обороте. Вторая посадка уже была высажена в открытый грунт. Не заваливало снегом, было минус 10, минус 15 несколько ночей, температура ночью опускалась. Они капали, поддерживали температуру под двойным агроволокном. Да, в итоге, да, капуста стрессанула, но она просто отмечает, что да, если сравнить как в балагане в более идеальных условиях и в открытом, то есть ниже куст получился, да, чуть меньше головка относительно того, что мы заявляем, но тем не менее, то есть она сдает все равно 60-70 гривен, сдает головки. Корос, по словам фермера, просто более раннего, ранних браколей просто не существует. Сдает она, сейчас сдает 65-70 гривен в таком состоянии. Детки сдаются 35-40 гривен. Неделю назад, говорит, даже детки по 50 гривен сдавались. По словам фермера, это для рынка сейчас подходит. Это мелкозернисто, и при транспортировке корос не расцветаются, не распускаются цветочки. Капуста корос самый ультраранний гибрид брокколей на рынке Украины.